Всем привет! У нас сегодня на обзоре Hello Neighbor при Альфа. Сегодня будем проверять интересный момент от подписчика. Он написал, что нам нужно взять фонарик. В доме соседа он, скорее всего, есть в гараже. И везде вырубить свет. Потом посветить под себя. Я так понимаю, мы должны увидеть тень персонажа. Хотя, вот она, видите, тень. Но она здесь какая-то невнятная. А здесь тени вообще нет. От лампочки нигде. От нас. Давайте проверять. Давайте соседа не будем вызывать, хотя он вот есть здесь. Смотрите, как делаете. Прыгиваете в воздухе. И в воздухе падаете. Потом включаете свет. И он здесь стоит. Это ладно. Сейчас то же самое делаем. Здесь открываем ворота через наклон головы. Наклоняться на Z, на кнопку и на букву C. Вот Z и вот C. Так, берем фонарик. Ну-ка, закроемся. А, так у нас везде свет горит. Давайте вырубим свет в доме соседа. Так. И зайдем в гараж. Все, давайте смотреть, что под нами будет. Ух ты! Смотрите. Под нами тень получается, причем соседа. Видите его ботинки, его руки, его движения, как раз как он выпрыгивает в первой альфе из окна, допустим. Вот это да. Так, если присядем. Так, он... Смотрите, ничего не меняется, просто что-то с фонариком происходит. Он по-другому освещает, либо у нас ноги уходят глубже. Ноги уходят глубже, в землю просто. Интересно. Так, а что если мы вот так кинем фонарик на пол и посмотрим на себя? О, так виднее, смотрите, как диафильмы. У нас почему-то острый нос у персонажа. Сейчас посмотрим получше. У меня задача вам показать и самому посмотреть, что будет, какая будет настоящая тень. Давайте врубим свет. Так, мне надо кинуть фонарик так, чтобы он светил вот так на стену. Можете представить себе это? Так, это значит, мне надо кинуть его так. И получается, надо уронить его. Либо задеть. Так, нет. Сейчас будем пытаться его наклонить в сторону. Вот так. Yes, уже получается. Не, мне хочется его, конечно, положить-то вот сюда. Именно вот на эти коробки. Так, чтобы полностью в полный рост посмотреть на соседа. Так, коробки валятся. Давайте ставить заново. Это наш кинопроектор будет. Так, ставим. Ой, как так далеко? Ставим.
И как-то надо уронить. А, ну вот так, смотрите, можно. Вот так ставим. И просто уроним его чем-то. Видите, шатать можно. О! Аккуратненько идем. Ставим, ставим. Yes! Мы увидели настоящую тень. Ой, зачем я открываю? Я перепутал выключение света, представляете? Вот это да. Мы видим персонажа в Приальфе. Так, а как боком? Так, ну это как бы не сосед. Это, о, как будто лицо мальчика. Вот это да. В жизни не ожидал. Никто не догадается, что это за игра, допустим, вот так. Yes. Первая в мире тень в Приальфе. Смотрите, оказывается, еще что-то можно даже снять в Приальфе. Новенькое. Подписчик советовал посмотреть под себя. А у нас с вами получилось еще модернизировать его идею. Так, а если я поближе подойду? О, какой я большой. А по сути, мне уже почти ничего и не увидеть тут. У меня руки идут отдельно, кстати, у меня руки как будто в перчатках. Видите, полосочки идут. А, это я сидел, да? Да, я просто утапливаюсь, я не сажусь. Просто утапливается в землю. Так, может какое-то превью сделаем? Превью картинку для видео. Так, так он страшный какой-то. Только если боком. А, он весь разворачивается, прям действительно, смотрите. Полубоком стою. Сейчас другим. Вот так. Подписчику спасибо за идею. Всем спасибо за просмотр. Теперь вы видели все в Приальфе. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. С вами был Топси. Всем пока.